У нас запрещен законодательством, потому что волеизъявление народа у нас тайное, и нарушение вот этой тайны голосования у нас тоже влечет вплоть до криминальной ответственности. Но тут мы не видели, что человек раскрыл тайну голосования, мы видели, что он свой бюллетень просто хотел вынести. Это правонарушение, которое может быть квалифицировано как административное правонарушение.